почти красивый закат. Прекрасный лесочек. Мисс, can I just say one thing? Yeah. 6:30, а мы поехали на пляж. Естественно, так как мы вечером подъезжаем, все шлагбаумы открыты, все бесплатненько, все пусто. Красивый закат, только вот тучка прям там, где солнышко, вон там. Здравствуйте, как вы думаете, куда мы собрались? У нас следующий день, да? Вот как вы думаете, куда мы собрались? Мы собрались играть в теннис. Все занято, там с другой стороны что-то дорогу закрыли, мы чуть подальше поставили машину и идем через вот такой прекрасный лесочек. Прекрасный просто. Так, ну, никого нету, никого. Ну, потому что 12 часов дня, жара в самом разгаре. Но сегодня ветерочек, это хорошо. Витя будет играть первый раз в жизни. Я буду играть второй раз в жизни, ну, как вы знаете. Ну, как играть? Ну, первый да. Первый раз в жизни я держу теннисную ракетку, не бадминтоновую, и мячиками в руках. Такой, вообще жесть. Сейчас мы чуть разыграемся, я надеюсь, и потом будем снимать. Ух! Мы чуть передышку устроили. Классный корт. Вообще ништяк, на самом деле. Я думал, что будет сложнее играть. Но в целом этот... Сложно контролировать пока что направление удара. Частенько бывает либо лево, либо вправо куда-то улетел, непонятно. А так вообще интересно. Жарко. Облились потом все. При том, что сегодня прохладно. И ветерок прохладненький, такой хороший. То есть комфортно сейчас. Если стоишь вот так вот, как мы, то комфортно. Там на солнышке нет, некомфортно. Видя, пару раз ослеп. За мячиком наверх смотришь, просто у тебя затмение солнца. Как... Мяч пролетает. Жесть. Ой. Это сейф! Только было не что?
На тебе за налезет. Хорош. Хорош. Приехали, я буду пар. Miss, can I just say one thing? Yeah. I was watching. When you hit, your wrist is straight. That's why the ball is always going up, because you're hitting. Use your wrist. There you go. There you go. See what I'm talking? Yes. When you go turn the wrist and hit it, now you'll get a topspin. Okay. That way it goes down. Otherwise you go like that. Even with that gentleman there when he did this, poupe. So what you do is like this. Use your wrist. In tennis, it's your wrist. That makes sense. Thank you. So much. Just try it. Just be loose. Okay. It's our second time, actually. Follow through. There you go. See that? Yes. Who did it? Now I gotta teach him. Смотрите, что у нас есть. Это мы уже побывали дома. Теперь едем на пляж. В новых арбузных плавках. Все, мы уже искупались пару раз, так что будем кушать. Солнце светит. Ага. При таком свете и при таком ракурсе увидите необычайно светлые глаза даже вживую. Я на него смотрю, как будто это вообще другой человек. Две волны друг к другу по 90 градусов идут, получается квадратная волна.
поняли в траке. Все, Витю провожаем. Выходные наши на этом закончились. Я сонная. Простите, простите. У нас утро. Буквально это были полтора дня. То есть вчера один день и даже не полдня, гораздо меньше. Вот в тот день, когда он приехал. Но у нас были очень активные полтора дня. Мы прям пляж, теннис, пляж. Успели заехать в магазин. Там, видите, кое-какие вещички летние докупить. А вентилятор купили домой. Теперь дома стало легче жить, потому что вот эта вся влажность и так далее. А так хоть какой-то воздух циркулирует. И ништяк. Сегодня мы прям ночью засыпали с вентилятором. Очень хорошо было. Вот, так что все, Витя теперь едет в свой стандартный рейс в Элизабет, Нью-Джерси. Поэтому на этом наш коротенький влог очень активных полтора дня выходных закончен. Пока-пока, ребятки.